наверное, любой семьи на первом месте должно быть любовь, взаимоуважение, взаимопонимание. Ну, я считаю, вот мне повезло, потому что мы с мужем творческие люди. И мы вместе занимаемся любимым делом. Испокон веков идет, детей воспитывали в уважении к старшему поколению. Вот мое поколение еще к этому относится. Нас воспитали, мы были же в свое время пионерами, октябрятами, уважение к старшему поколению. Конечно, у нас внутри семьи очень дружные отношения. Мы друг друга уважаем, мы друг другу помогаем. Мы в том числе и в нашей деятельности творческой активно принимают участие наши родители. Родители мужа, они тоже очень артистичные, поют вместе с нами. Нелли Якимовна, мама моего мужа, помогает. Допустим, вот понравится нам песня, но она на русском языке. А Нелли Якимовна нам помогает переводить на ивенкийский язык. Или наоборот, допустим, есть фонограмма с ивенкийской песней. Она нам помогает перевести на русский, чтобы вообще, вот, допустим, танец. Чтобы зритель понял, о чем песня, о чем танец. Мы же должны языком танца показать эту картинку. А чтобы было все достоверно, человек нам помогает переводить тексты, а мы показываем. То есть тут у нас, ну, вот в нашей семье настолько мы взаимосвязаны, я не знаю, общим делом, единым духом, любовью к родине, к своим корням, к родному языку. Поэтому у нас в семье как-то дружно. Вот, мы уважаем, друг друга любим.